Пока медики одерживают все новые победы в борьбе с коронавирусом, представители целого ряда профессий обеспечивают город всем необходимым. И среди них работники торговли. О том, как они помогают делать нашу жизнь безопасной и, конечно же, вкусной, в репортаже «Вестей». Пока эпидемия бушевала, и сегодня, когда опасность медленно отступает, торговые сети позаботились, чтобы закупка продуктов, как и раньше, оставалась безопасной для здоровья. Маски, перчатки, антисептики, а также дезинфекция рабочих поверхностей и уборка каждые 3 часа. Процедура, как в больнице, строго по расписанию. В наш магазин приходит очень много людей. Каждый находится в зоне риска. Поэтому мы следим и обрабатываем поверхности и смотрим, чтобы наши покупатели соблюдали безопасную дистанцию. И самое главное для нас – это здоровье наших покупателей. Сегодня важно свести к минимуму риски заражения в местах массового скопления людей. Длительность пребывания покупателей в магазине увеличилась. Теперь люди предпочитают закупаться впрок. Работа пандемии – очень серьезное испытание, но мы же не могли самоизолироваться и вообще не работать. Люди тогда остались без еды. Поэтому мы выходили каждый день, рисковали своим здоровьем, но старались для наших покупателей. Сейчас важно не потерять бдительность и не допустить второй волны. Поэтому безопасность на первом месте. На продавцах же двойная нагрузка. Обслуживать нужно быстрее, а следить за чистотой более пристально. Продавцы работают в масках и перчатках, а на входе средства защиты выделяют покупателям. Также есть антисептики, чтобы можно было обработать руки. Пик коронавируса пройден, но сотрудники магазинов подчеркивают, даже после эпидемии полезные привычки протирать рабочие поверхности антисептиками непременно останутся. Артем Петров и Герман Баранов. Вести. Ульяновск.